Привет еще раз всем. У нас тут пришел небольшой дождик. Небо, видите, какое пасмурное, хмурое. Я тут вышла на балкон. Я начала уже, в общем-то, сережки попадали с балкона, с березы. Начала высаживать цветочки на балкон. На 8 марта мне подарили хризантему желтую. Потом я случайно зашла в магазин, купила фиолетовую хризантему. Ну, правда, принесла домой, и из-за изменения климата, температуры дома, она, в общем-то, вся потемнела, осыпалась. Я ее обрезала, и, видите, уже молодые листики везде пробиваются. Так что скоро будет, как и вот тут тоже уже, видите, соцветия вот там. Показываются молодые почки тоже. В общем, хризантема скоро зацветет. Ездила к подруге Маргариток. Откопала возле подъезда у них в клумбе. Они самосевом, видимо, порассевались и уже по дорожкам. Мне так жалко стало. Люди, в общем, ходят по ним. Я решила, что им судьба быть, наверное, у меня. Ну и у меня оставались, и я, в общем-то, еще и посадила возле подъезда. И они, видите, вроде все одинаковые, но каждая из них разная. Например, есть такая, а есть вообще, которая прям чуть не закрытая. Смешные. Купила, кстати, два бальзаминчика с такими темными листиками. Думаю, ну, будет неплохо смотреться. Розовые и белые. Также мне попалась такая красивая петунья. В общем, взяла все готовое. Потому что решила не мучиться именно с семенами. Потому что их надо рассеивать. Их много, мне много не надо. И я решила сделать так. Чего вот тут вот тоже женщина продавала. Как я поняла, это будет типа львиный зев, что-то такое. Еще как-то она их собачками назвала. Но я думаю, что это типа львиного зева будет. Тут цветочки везде растут. Красота. В общем, мне осталось сейчас заказать крепление именно на сам балкон. Тут я тоже посадила петуньки по двум сторонам и посадила такие красавцы анютины, симпатюлины. Мне они так нравятся, я от них просто тащусь. Это вот большие. А еще здесь есть вот такое вот, и это тоже. Но они маленькие. Наверное, еще тут нету цветочков. Это какая-то трава у нас. Мы ее выкинем. А вот это еще цветочки не показала. Но они очень миниатюрные. Очень похожи на эти. Но они маленькие-маленькие. В общем, думаю, еще балконные. Ой! Ой! Мы упали. В общем, думаю, что балконные я еще покажу. Вот тут петунька, наверное, беленькая будет. А тут какая-то, может, красная. Тут у меня помощница лезет. Лезешь? Так, еще посадила такую петуньку. Это мы случайно шли. Она случайно купилась. Дальше. Вот тут я по кругу ездила в деревню. И видите, по кругу такие кустиками будут. Кустиками с белыми ромашечками тоже. Дальше, опять же, белые маргаритки. Посадила мелиссу. Вот такую красоту между мелиссой. Потом еще один кустик мелиссы. Думаю, что смиксовать с кахлентусом, или как там его называют, и будет красиво смотреться. Но это еще не все горшки. Еще будут цветы. Я их хочу вот так вот по периметру поставить все. И думаю, будет красиво.
красота в начале лета. Так что, ну, хотя уже они и сейчас, видите, особенно этот горшочек, он весь цветущий, кроме петуньи по бокам. В общем-то, такая прелесть. Уже, конечно, видите, многие подцветали. Надо будет привести все это в порядок. У нас сейчас, говорю, что прошел дождь. И они подсохнут. Потом я уже обрежу через денек их, наверное. Красивенькие, желтые, очень понравились. Вот такое вот у меня тут происходит. Короче, очень хочется быстрее навести, во-первых, порядок на балконе, залить, плитку положить, обшить все, чтобы это было красиво. Также жду, вот видите, от крыши до перила такие накрест сетки сюда. Жду, когда откроют границы, потому что нам должны привезти их с России. Как привезут, так начну все устанавливать. Вот такие вот у меня новости. Ну что, на этом все. Всем спасибо, всем пока.